Всем пиццухи, с вами Кальц Фэмили. Друзья, я спешу поделиться с вами своим разочарованием. Сегодня мы отправились в парк, где нам показал навигатор, есть две воркаут-площадки. Я хотел записать свою проходку, тренировку выходов и еще одну крутую тренировочку. Мы добирались сюда 3,5 часа. Сначала пешком до метро, потом час на метро. Потом наш автобус уехал, а ходит он раз в час, мы чуть-чуть не успели. В итоге мы шли почти 2 часа пешком. Находили, много не мало, почти 15 тысяч шагов. Я уже пришел, я заколебал. Сегодня очень жаркий день. 42 градуса показывает термометр, который есть в отеле. Жутко жарко. Я не знаю, передает камера или нет. Я весь мокрый. Футболка мокрая насквозь, когда я вышел, она была серого цвета. Сейчас она по виду черная, цвета мокрого асфальта. И что я вижу, когда я добрался до воркаут-площадки? Та-дам! Да, я ожидал, что здесь будет что-то крутое. Ну, давайте, Коль, так проведем небольшой... Я телефон уберу. Проведем небольшой тест-драйв этой воркаут-площадки. Это аналог беговой дорожки. В России, конечно, тоже такие есть, но они очень дерьмовые. Ну, это тоже, конечно. Ну, не знаю, может, как-то, не знаю, что-то не понимаю. Ну, в принципе, на это можно бегать. Ну, блин, тут есть бега... Ой, господи, чуть не упал. Прости, боже. Но тут есть обычная дорожка, по которой бегают люди. Блин, не знаю, ну ладно. Так, это жим своего веса. У меня есть в Туле такая же. Ну, блин, это вообще, она вообще, я вообще не ощущаю. Тупо хрена. Одной рукой можно, вообще не напрягаясь. Одним пальцем? Ну, одним пальцем не знаю, но одной рукой явно. Да, веселее. Вон показано, что работает поясница, вообще. Все работает, все тело качается. Так, вот это вообще какая-то крутая штука. Тут вообще вон работает все нахрен, все, весь плечевой пояс. Так вот становишься. Шеф, а почему у вас такие большие зубки? Крути баранку да помалкивай. И попёт. Ну это надо нам в этого, как её, в автошколе надо было такую, чтобы поворачивать учиться как раз. Дрифт. Ну ладно, вы поняли. И, кстати, вот тут ничего, плечо так это немножко начало забиваться, кроме шуток. Давай с той стороны. Вот это я даже не знаю, что это такое. Предполагаю, что вот это, наверное, качать пресс. Ну, вот это нормальная штука. Ну, как бы, пресс можно покачать на полу. А это, видимо, для гиперэкстензии, наверное. Хреновня. Ну, блин, ну это вообще, это же она даже ничего не делает. Просто стоишь, просто это носили тому, что делать вот так вот. Ну, вот это, я так предполагаю, велосипедик, наверное. Ну, давайте посмотрим. Ой, тут отдыхать хорошо. О, ничего себе, что-то он не крутится. Блин, велосипед, или он весь, или весь заржавел. А, я думал, это я газанул, там кто-то газует, да? Ну, ничего себе. Нет, велосипед нормальный, он как-то дерганный. Ну, нет, это он газует. Ну, ладно. Это нормальная штука, в принципе. Может быть, ее можно еще вот так, наверное, руками крутить. Во, руками, блядь, нормально. Во, качает, не знаю, видно, 30, наверное, нормально качает. Нормально, это одобряю, хрена у него. И, видимо, для пресса. И последний тренажер, если это можно назвать тренажером. Такая хреновня для пресса. Ну, это нормальная вещь. Ну, опять же, я ждал другого. Ну, ладно, навигатор показывает, что там через 500 метров есть еще одна площадка. Пойдем посмотрим, что там. Может, там хотя бы есть турничок. Так, друзья, мы видим вторую площадку на горизонте. Тут, по крайней мере, есть турник, вроде бы. Но все равно назвать это площадкой даже не поворачивается язык. Обычный турник. Ну, пройдем. Итак, друзья, вот такая вот площадка, если это площадка, конечно. Блин, тут, конечно, очень неудобно, что широкая труба. Ну, давайте я попробую поделать выходы. Посмотрим, сколько получится. Сниму пока микрофон. Широкая,
очень широкая перекладина. Даже не хватает мне всего хвата, чтобы обхватить его рукой. В общем, это провальный день, друзья. Ну ладно. Мы старались. Получилось. Жена тоже вся мокрая. Хотели как лучше, получилось как всегда. Но в следующем ролике мы пойдем на Дубай-Марину. Там вроде бы, смотри, по фоткам, там были фотки, тут фоток не было просто. Я понадеялся, что здесь будет тоже круто, как и там. До новых встреч, пока!